яростно поддерживают Украину, стало известно, куда и почему пропали Леонид Агутин и Анжелика Варум. Оказалось, что знаменитая пара сбежала за океан и оттуда критикует Россию. При этом Агутин совершенно не гнушается заработками в Москве. Поклонники всерьез обеспокоены загадочным исчезновением одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса, Леонида Агутина и Анжелики Варум. Настоящее имя – Мария. Вот уже несколько недель артисты не появляются на публике и практически не обновляют социальные сети. По всей видимости, их поведение связано с несогласием с политикой России. Как сообщила известный журналист Алена Жигалова, звездная чета давно обосновалась в Майами, штат Флорида, США, откуда активно поддерживает Украину. Если вдруг вы потеряли Леонида Агутина, то они с Анжеликой Варум давно обосновались в Майами. Там звездная пара, владеющая апартаментами на Манхэттене и другой дорогой недвигой, активно выступает за мир во всем мире и с недавнего времени яростно поддерживают Украину на концертах вроде «You for Ukraine», написала Жигалова в своем телеграм-канале «Не Опра», блин.